Время получать медали. 6 июня в Чебоксарах в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спартак» подвели итоги зональных соревнований летней спартакиады среди работников группы компаний «Газпром Межрегионгаз» Приволжского федерального округа. Не профи в спорте, но профессионалы в рабочей отрасли. На протяжении 2 дней судьи определяли лучших в 6 видах спорта в командном и личном первенстве. При подведении итогов особо был отмечен достойный уровень организации соревнований в Чебоксарах. Хотел бы большое сказать спасибо организаторам, принимающей стороне. Все было проведено на очень высоком уровне. Небольшой вопрос хочу. Наверное, футболистов все знают, кто стал чемпионом России по футболу. Всегда кто-то сильнее и быстрее. Так, в командном зачете по гиревому спорту кировчане показали лучший результат. «Газпром Межрегионгаз Кира». Так, самыми быстрыми на воде оказались пловцы из команды «Газпром Межрегионгаз Саратов». Самыми ловкими – мастера малой теннисной ракетки объединенной команды газовиков «Йошкар-Олы». Сборная хозяев показала хорошие результаты. Они первые в легкой атлетике. Женская волейбольная команда уже не в первый раз стала сильнейшей в спартакиаде. «Мы заканчиваем с первым местом спартакиады. Мы очень довольны, очень рады. Мы едем в финал. Все супер. Сюда тяжело. Команды все равно сильные, достойные. Второе место Киров. Мы с ними боролись. Казань тоже хорошая команда. Все достойные, но мы, слава богу, лучше». Вырвали победу у соперников на поле и футболисты «Газпром Межрегионгаз Чебоксары». Всех участников спартакиады поблагодарил в своем выступлении руководитель газовых компаний принимающей страны Кеймедин Мифтахутдинов и пожелал не расстраиваться тем, кто не смог завоевать медали. «Я желаю здоровья и счастья каждому из вас, а вашим близким, вашим коллегам, родным и близким, чтобы все занимали только достойные места. Спасибо, до скорой встречи». Все победители, которые поднялись на пьедестал, выступят в финале спартакиады в августе в Нижнем Новгороде. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Павел Редков, Республика. Таким стал этот понедельник, 10 июня. Я прощаюсь с вами. До завтра.